Шкатулочку мы открываем. Бери, открывай. Открывай. Нет, открывай. Так. Ну вот! Леонид Аркадьевич, разрешите, дочка готовилась к программе. Иди сюда. Хочет что с вами пообщаться. Что же вы молчите? Как вас зовут? Мадонна Витальевна. О, боже мой, боже мой. Очень приятно. Леонид Аркадьевич, здравствуйте. Что же вы будете делать в таком платье? Вы как с небес спустились, как ангел какой. Я очень захотела попасть в страну чудес. Надела платье Эльзочки, взяла с собой сумочку, а в сумочку сложила пакетики с добром, чтобы, приехав в гости, раздать вам от души улыбки и смешинки, и счастье в каждый дом. Пусть солнце всем нам светит и слышен детский смех, а я желаю, пусть будут за желания всех.